Далее статистика внешнеторгового оборота Узбекистана со странами СНГ за первое полугодие текущего года. В июне на страны СНГ пришлось 33% внешнеторгового оборота страны. Показатель увеличился почти на 10,5% и составил 9,6 миллиардов долларов. Экспорт, в свою очередь, достиг порядка 4 миллиардов долларов. Это плюс 18,8%, а импорт составил 5,7 миллиарда долларов. Это рост почти на порядка 5,5%. Наибольшие доли во внешнеторговом обороте со странами СНГ занимают Россия, Казахстан и Кыргызстан.